мне 29, и я не замужем, и ни с кем не встречаюсь, и поэтому меня так сильно бесит, когда меня спрашивают: «Ксюх, а ты замуж-то когда?» Ну, такой тупой вопрос вообще. У меня есть дядя, который каждый раз, когда меня видит, это спрашивает. А видит у меня 2 раза в день. И он постоянно: «Ксюх, а ты замуж-то когда?» Я, знаете, так сильно ему мечтаю сказать, он меня спросит: «Ксюш, а ты замуж-то когда?» Я ему такая: «В субботу». А он такой: «А что меня не позвали?» Я говорю: «Слушайте, дядя, ведь знаете, такие свадьбы делают сейчас без банкета. Вот у нас точно такая штука, без долбоебов вообще. По этой же причине моего жениха там тоже не будет». У меня все, спасибо большое.